День знаний в Рязанском политехническом институте отметили с размахом. По доброй традиции, в начале учебного года, 1 сентября, в институте подводят итоги прошедшего года и принимают в дружную семью первокурсников. Это лучший институт в Рязани, который можно найти. Политехнический институт, он один из главных по строительству, и у него довольно-таки много факультетов, да и о себе очень хорошее мнение он зарекомендовал, поэтому выбор у меня пал на политех. У меня папа строитель, я решила по его стопам пойти. И то, что здесь нашла строительство уникальных зданий и сооружений, посоветовали, что здесь интереснее, и поступила сюда. На торжественном мероприятии подвели итоги прошедшего учебного года. Лучшие студенты, преподаватели и сотрудники института получили грамоты, медали и памятные дипломы. Почетным знаком губернатора Рязанской области награжден директор Рязанского политехнического института Игорь Мурок. Я с большим удовольствием и от чистого сердца хочу всех поздравить нас с очередным днем знаний, который мы сегодня отмечаем в этом прекрасном сквере, построенном руками наших сотрудников и студентов, благодаря помощи администрации, правительства города и области. Сквер имени Полонского открыли в 2017 году. Он доказывает, что идеи и разработки студентов востребованы на Рязанской земле. Я без гордости могу сказать, что в том числе и с помощью ваших выпускников мы вышли на самые большие объемы строительства жилья за все время существования Рязанской области. В прошлом году ВУЗ успешно прошел аккредитацию. Она получена на ближайшие 6 лет. Заключены договоры более чем с 250 предприятиями и организациями города. Это позволяет готовить по-настоящему востребованных специалистов. После окончания политеха трудоустраиваются по специальности более 90% выпускников. 99% которых работают на благо Рязанской области. Я бы хотел поблагодарить руководство вашего института за то, что мы сумели с этого года открыть новое направление по строительству дорог, потому что на самом деле задача, которая сегодня стоит, скажем так, перед страной и перед Рязанской областью по дорогам, очень-очень серьезная. И без специалистов решить ее практически невозможно. Стоит отметить, что за время обучения студенты дополнительно получают рабочую специальность, которую выбирают из 11 вариантов. Свои профессиональные навыки и креативные инженерные идеи они регулярно демонстрируют на выставках и конкурсах. В прошедшем учебном году студенты Рязанского политехнического института стали лауреатами национальной премии импортозамещения, обладателями золотых и серебряных медалей Международного салона изобретений и инноваций «Архимед-2018». Ваш институт – это гордость Рязанской области. Его успехи выходят за пределы нашей области, и ваши специалисты известны, наверное, во всех регионах нашей необъятной Родины. Рязанский политехнический институт ведет активную работу со школьниками. Обучение прошли уже более 260 человек. На базе образовательных учреждений действуют 9 инженерных классов. Эта работа будет расширяться и в текущем году. Школьники и студенты занимаются в молодежном инновационном центре, а с 1 сентября открылась еще одна творческая мастерская – стендовое моделирование. Студенты политеха принимают активное участие в реализации проекта «Комфортная городская среда». Инженерные классы в рязанских школах позволяют углубленно изучать такие предметы, как физика, математика, информатика. Подробно познакомиться с учебно-материальной базой института и посещая такие творческие мастерские, как робототехника, 3D-моделирование и прототипирование. В новом статусе 1 сентября оказались не только первокурсники. Помимо бакалавриата и специалитета, в этом году в ВУЗе появилась возможность получить среднее профессиональное образование и поступить в магистратуру. В торжественном мероприятии они отведали блюда полевой кухни «Однокашники», произнесли клятву и получили первый студенческий билет. Хотел бы всем пожелать успехов. Стремитесь, дерзайте, преодолевайте трудности. Сейчас Рязанский политехнический институт продолжает прием документов на заочную форму обучения. Телефон приемной комиссии 28 39 60.